Друзья, всем привет! Достроили первый участок трассы М-12 «Восток» до Казани. От Москвы до Казани теперь быстро можно ехать, трасса классная. Многие по ней уже проехали, и у многих автомобилистов как раз возникли вопросы о том, как оплачивать платный проезд по этой трассе, потому что она построена по безбарьерной схеме, то есть там никаких шлагбаумов нету. Вот. Но если с обычными платными трассами, ну, проблем-то практически не возникает, то есть ты подъехал, там шлагбаум, денег отдал и поехал дальше, то есть ты ее оплатил. Вот. Ну, либо по транспондеру проехал. А здесь вот по М-12, если нет транспондера, например, то ты едешь, тебя никто ничего, денег не берет, никакие шлагбаумы тебе не закрывают. Потом ты приезжаешь, ну и думаешь уже, ну, наверное, кто-то мне должен как-то известить о том, что мне надо оплатить денег за этот платный проезд. Ну и сидишь, ждешь, ни о чем не думаешь. А потом бац, прилетает штраф на ровном месте, 1500 рублей. Думаешь, а за что штраф-то? Я же как бы готов был оплатить, просто как это сделать? Так вот, я вам расскажу проверенный способ о том, как оплатить проезд по платной трассе М-12 «Восток» и ЦКАД, которые сделаны по безбарьерной схеме, ну, то есть по системе Free Flow, свободный поток, без терминалов оплаты. Вот, если у вас нет ни транспондера, ни приложения там для оплаты, и вообще вы не знаете, как это сделать. Все очень просто. Берете компьютер или ноутбук, потом заходите на сайт autodor-tr.ru. Далее заходите во вкладку «Услуги и сервисы», «Оплата проезда по ЦКАД и М-12 «Восток». Она здесь вынесена в отдельную строчку. Далее выбираете «Оплата проезда на сайте Автодор». Открывается окошечко. Забиваете номер своего автомобиля. Вот. Обязательно вносите мобильный телефон ваш, на который вам придет код для подтверждения. Далее вносите почту. На почту вам придет как раз чек от Автодора о том, что вы оплатили задолженность. И нажимаете на кнопочку «Проверить задолженность». Вот, смотрите, вводите код из СМС, который вам пришел на ваш мобильный номер, который вы указали, и нажимаете кнопочку «Подтвердить». И все. Вот задолженность 130 рублей. И нажимаете «Оплатить ее» прямо на сайте Автодор. И спокойненько оплачиваете. И вам тут же приходит на почту чек от компании Автодор о том, что вы оплатили задолженность. И все. Проблем никаких нет. И задолженность оплачена, и Автодор об этом извещен. Никаких штрафов не будет. Кстати, таким же образом можно проверить просто задолженность по вашему автомобилю. Но если у вас нет, конечно, ни транспондера, ни приложения, никаких либо других способов вы не знаете, то это самый уверенный и проверенный способ. Пользуйтесь!